По результатам исследования, Анапа не только один из самых популярных городов, но и самый бюджетный. Сутки проживания в отеле здесь обойдутся в 2200 рублей, в то время как в Санкт-Петербурге, который возглавил рейтинг, минимальная сумма составляет 2500 рублей. Также в топ-10 вошли Москва, Ялта, Сочи, Казань, Нижний Новгород и другие. Примечательно, что отдых в Анапе большинство туристов планирует провести в течение всех весенних каникул. Другие же города чаще выбирают на уикенд или несколько дней.